сплылись в кучу, касаясь один другого над обнаженными головами православных обитателей дремотных деревянных домиков с подслеповатыми окошками, пугливо глядящими в суетный мир. Слышался бас соборного диакона, толстого, гривастого, с увесистым кадилом, а рядом с ним подвывал фальцетом священник Покровского собора, отец Афанасий, известный в Красноярске с 905 года своими погромными проповедями, призывавшими православных к удушению жидов и иудеев, посеявших на ячменном поле христианства плевелы сатаны, бунтовщиков, мазутчиков, за убиение которых сам Господь вознаграждает блаженством на небеси. Казаки из бывшего дивизиона Могилева как бы сами собой собрались на похороны отца родного командира, не забыв прихватить шашки, испытанное оружие для усмирения бунтовщиков. Возле дома просвещения, где должен был заседать исполком совета, казаки держались стеной плечом к плечу, спина к спине, пальца не просунешь. Поодаль от парадного подъезда в окружении служивых лычников прятался Исаул Потылицын, теперешний командир дивизиона. Тем временем в бывшем кабинете губернатора Гололобова комиссар комитета общественной безопасности господин Крутовский рвал и метал молнии на головы своих приближенных и в том числе на атамана Сотникова. «Кого хоронят?» — спрашиваю, — хрипел доктор Крутовский. «Кого хоронят? Жандармов. И там ваши казаки, атаман. Позорно, вопиюще, господа. Совдеповцы свалят нам на голову. Вот, мол, комитет общественной безопасности оплакивает жандармов. Что?» У них заседание совета? Пусть заседают. Власть в руках комитета. Мы, партия социал-революционеров, призваны принять на себя всю полноту государственной власти и установить порядок. И мы это сделаем. Есть еще РСДРП большевиков, напомнил атаман. К черту, к свиньям, у них нет партии, у них нет программы, сброд, банда, фальшивка. Мы говорим экспроприация земель, учредительное собрание, конституция, парламент, свобода. Это наши козыри, атаман, и полный разгром Германии, полнейший. И мы это сделаем, а не какие-нибудь большевики. Сейчас они послали двух своих делегатов к нам в комитет. Что ж, послушаем, пусть еще посылают. Но предупреждаю, не копайте сами себе яму, как вот эти вопиющие похороны, приуроченные к заседанию совдеповцев. Сейчас же немедленно очистить театральный от гробов с жандармами. Сию минуту! Это вы должны сделать, атаман, вы. Торопитесь же, пока грязный листок большевиков не пропечатал вас, как плакальщика, по жандармам. До атамана дошло. Он и в самом деле перехватил. Чего доброго, а в красноярском рабочем пропечатают на всю губернию, и тогда чихай себе на здоровье. И во всем виноваты проклятые советчики, друзья атамана, Гадалов и Чевелев. В тот момент, когда атаман, звеня шпорами, поддерживая рукою шашку, летел вниз по каменной лестнице, прапорщик Боровиков столкнулся с Исаулом Потылицыным у входа в здание. Узнали друг друга. С памятного ужина в доме Юскова они не встречались, да и тогда не перекинулись ни единым словом, хотя достаточно было сказано взаимоуничтожающими взглядами. И вот лицом к лицу. Одинакового роста, только Потылицын поджарее, сутулее, без усов, тщательно выбритый, в полощекий, длиннолицый, сумнобровый, с остальным окалом прищуренных глаз, впившихся в горбоносое, бровастое, синеглазое лицо прапорщика Боровикова. Минуту молчали. «Надо, чтоб все было по форме», — подумал прапорщик Боровиков. «Я бы его сейчас нагайкой да поперек морды по глазам, чтоб брызнуло», — подумал Потылицын и тут же взнуздал себя. Надо его без крика, без шума, чин-чином, по-исаульски. «Это ваши казаки, Исаул, явились на похороны жандарма». У Исаула Потылица на щеки побурели, и сама собой рукоятка на гайке влипла в стиснутый кулак. Прищурился, смерил взглядом прапорщика. «Обращаюсь к старшему офицеру, положена честь отдавать прапор. Но ведь вы фронтовой прапор, прощай. Тем более богом обиженного грешно отправлять на гауптвахту». Прапорщик ни слова, только глаза будто стеклянными стали. «Чуть не забыл, прапорщик, в Белой Елане мне пришлось защищать вас. Один из тамошних жителей собирался убить вас за изнасилование его дочери гимназистки. Ну, а я сказал ему, что у сицилистов, какие зовут себя большаками, такой порядок. Встретил девицу, понравилось, хватай и тащи в кусты. Такая у них программа, говорю, у большевиков». Казаки-лычники заржали, а врезал в точку. Тимофей стиснул зубы. Еще мгновение, и горло перервет Исаулу. И тогда... кто знает, что будет тогда. Молчать, 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 твердил он себе, призывая на помощь всю свою силу.
И Саул вызывает на свалку. Это же провокация. Но Тимофей Боровиков не просто прапорщик, а член РСДРП. Большевиков. Председатель комитета солдатских депутатов батальона. Член комитета 7-го полка, избранный на первое заседание исполнительного комитета Красноярского совета. Молчать, молчать. А Исаул продолжает. Отец известной вам девицы чуть не задушил ее. И тут я заступился за несчастную. Что поделаешь, девичья слабость. Не ходи гулять, говорю, за околицу, если в село припожаловал большевик. Но ведь деревня же, деревня. Ах да, папаша ваш тоже отличился, прапорщик. У собственной невестки прижил ребенка. Так что можете считать, и папашу большевиком полностью принял вашу программу. Ну, а вы благодарите меня, что защитил честь вашего мундира, и девицу ту не искупали в дегте, не вывалили в перьях. Она успела сойти с ума. Так что жду от вас двойной благодарности, прапор. Казаки ржали, как жеребцы. Тимофеев кровь била в виски, обжигая лицо. Что же молчите, прапор? Скалился Исаул, довольный, что сумел обойтись без нагайки. Могу отблагодарить. Трудом глухо проговорил Тимофей, задержав дыхание на полную грудь. Могу отблагодарить не здесь. Пойдемте, получите дюжину благодарностей, если не трусите. У Потылицына не глаза, узкие щелки. Он его вызывает, прапор, в подходящий момент расквитаться. И за Дарью, и за все кресты, какие с дуру навешали на прапора. Я его в пух прах по-исаульски, да мордой в грязь, как того подпольщика. Надеюсь, без взвода солдат будете благодарить? К чему взвод? Понятно. Пойдемте прогуляемся. Тимофей двинулся первым, вклиниваясь в толпу, следом по тылице. Он успел незаметно вытащить из грудного кармана шинели маленький браунинг, передернуть в ладонях колодку, заслать патрон в ствол и сунуть браунинг в шерстяную перчатку на правую ладонь. Так будет надежнее, на гайку в левую. И выстрелить можно из перчатки, только бы затянуть прапора куда-нибудь на пустырь. На углу Театрального и Воскресенской подошел к Потылицыну мужик в длиннополом тулупе, волочащимся по тротуару в шапке с опущенными ушами и бороденка рыжая. «Ваше благородие, ваше благородие!» Потылицын остановился, рявкнул. «Ну что еще? Здравия желаю, ваше благородие! Как земляки мы, стал быть!» Али запамятовали, как на пароходе повстречались. И шо Елизар Елизарыч повелел полтину дать. Да вы не успели, вроде дух шибко тяжелый был в том трюме. И Саул Потылицын узнал земляка, осклавился. А, помню, помню, служивый Боровиков. Как есть он, Филимон Прокопич. Филя, вытаращил глаза Тимофей, не ждавший такой встречи. Потылицын и тут успел опередить. Как поживает младенец у вашей жены от вашего батюшки? Живой, живой, не кашляет. Никакая хвороба не берет. Мужского или женского пола? Мужского, ваше благородие. У Тимофея потемнело в глазах, и ноги каменными стали. Довольно Исаул оборвал Тимофей и коротко взглянул на брата. Братья узнали друг друга, но Филимон по своему обыкновению принял его за оборотня. «Жди меня здесь, Филимон, здесь на углу. Господи помилуй, жди, говорю», еще раз напомнил Тимофей, сворачивая в сторону Почтамского переулка. Долго ему придется ждать, зло подумал Потылицын, успев передвинуть браунинг в перчатке, чтобы в любую секунду выстрелить. И кобуру Маузера расстегнул на всякий случай. С Воскресенской свернули на Почтамский, но пошли не по деревянному тротуару, а серединой улицы с подтаявшим черным снегом. Минули городскую больницу, перешли гостиную и дальше к песочной. Деревянный высокий заплот и калитка открыта на длину железной цепочки. Остановились, ни тот, ни другой не полез в щель калитки. Тимофей что-то заметил в перчатке Исаула, буркнул. «Пройдем дальше к Енисею?» И голос осип, точно всю ночь орал песни. «Давай». Еще один двор, створчатые ворота. Одна половинка открыта, виднеется большой двор. «Зайдем», — кивнул Тимофей, но Исаул выжидал, как бы пропустить вперед себя прапора. «Ждет, сука, в спину из перчатки, тыловая крыса. В рукопашную бы тебя с немцами». И люто, кося глазом, кинул. «Без хитрости, Исаул, держи плечо». Бок о бок вошли в ограду. Исаул взглянул влево, в сторону дома, Тимофей вправо. Две коровы, одна пестрая, велорогая, другая бурая, с подрезанными рогами, морда к морде, с двух сторон уткнулись в решетчатые ясли в пригоне возле хлева.
бревенчатая конюшня с закрытыми воротами, извозчичья кошева с поднятыми оглоблями, рессорный экипаж с номером на задке, копна сена, придавленная жердями, чтобы не раздувало ветром, посредине ограды куча черного снега, смешанного с навозом, и каменная противопожарная стена соседней усадьбы. Возле каменной стены прошли за конюшню, все так же плечом к плечу. Дальше огород с вытаившими грядами, еще одна копна в прислон к стене конюшни. Враз повернулись друг к другу, похожие на петухов, еще не утративших ни формы, ни выправки и не потерявших в драке ни одного пера. Есаул переступил с ноги на ногу и вздрогнул от хрустнувшего снега. Нет, не Дарьюшка стояла между ними, кроткая, тихая и никому не желающая зла, а кто-то другой, тяжелый, каменный. Вот так же, может быть, вон и времена, под Оренбургом или Казанью, скрещивались в смертном поединке беглые холопы-пугачевцы с барами и дворянами и с войском Ее Величества Екатерины. И не оттуда ли из дальней дали залегла смертельная сословная вражда между ними, оросившая собственной кровью оренбургские и приуральские степи? И не так ли встречался с недругом праведник Филарет, не ведавший ни страха, ни жалости к лютым ворогам вольной волюшки, за которую бился не на живот, а на смерть? И может, из глубин минувшего векового вспыхнуло в глазах потомка Филарета горючее пламя ненависти и презрения к казачьему Есаулу? «Ты, недоносок, сыми перчатки». Поговорим. И в тот же миг Потылицын как бы оттолкнулся от противника на шаг, вскинув правую руку с браунингом в перчатке, выстрелил и промахнулся. Тимофей ударил Есаула под локоть, и тут же не успела рука упасть, схватил ее у запястья, силой крутанул на излом слева направо, и рука, парализованная вывихом, расслабла, налилась несносной болью. «Сволочь, руку!» — вскрикнул Есаул. И, пересилив боль, размахнулся рукояткой на гайке. И снова удар под локоть, и нагайка отлетела в сторону, в снег. Прапор стоял рядом, и синее пламя его глаз жгло Есаула. «Практику пройди, недоносок!» — раздельно с придыхом проговорил Тимофей, и, схватив Есаула за ремни, подтянул к себе и кулаком под челюсть звезды из глаз посыпались. По есаульской физиономии, да нижним ударом, подсанки, порядок. «Прямо держись, Есаул!» Потылицын все-таки успел ударить левой, папаху сбил с прапора и тут же получил ответный удар. Небо в башке треснуло. «Это с куловой, с правой», — пояснил Тимофей. «Запомни, недоносок, если придется в рукопашную. Порядок. Теперь благодарность. Ты просил это, с куловой, с левой. Держись, говорю», — доносилось откуда-то со стороны, и Потылицын слышал хруст ремней, его ремней, и видел огонь глаз страшный, обжигающий, а голова раздулась, как шар, и гудит. Браунинг запрятал. Тимофей сдернул перчатку с вывихнутой руки и деловито, как бы исполняя служебную обязанность, ударил рукою с браунингом. Подсолнечное сплетение, дух занялся, и тело само собою скрючилось. Но прапорщик не дал упасть, поднял на ремня, встряхнул. «Ты доволен благодарностью? Спрашиваю. Или тебе еще приданое выдать вместо мельницы? Тебе еще приданое?» И как кувалдой слева и справа. И тут же наступил покой, забвение. Потылицын долго лежал возле копны, беспамятно поворачиваясь и подтягивая ноги. Враз почувствовал адскую боль под ложечкой и в голове. Не крикнуть, не охнуть. Вывихнутая рука отяжелела, раздулась в плече. Он его зарезал, прапор, и Потылицын, испугавшись, схватился за грудь. Что-то холодное, мокрое, тающее. Кровь, конечно. Подбежал мужик, а за ним женщина в длинной юбке. Бормочут что-то, суетятся, помогая Потылицыну встать. Беда-то какая, ни слухом, ни духом, чтоб такое. Папаху подыми, дай сюда. Жив, ваше благородие, как же вас так, а? Ничего. Вытащили из ограды и оставили на тротуаре, моментально закрыв ворота, обыватель не терпит беспокойства. Хоть сам царь-батюшка все равно, вон из ограды, подальше от моего дома, чтобы не попасть в свидетели или в ответчики. Потылицын прислонился спиной к заплоту, постоял. Нет, он не поранен, Есаул. Чем же он его ударил, прапор? Кулаком, как молотом, быть не может. Но где же шашка с ремнями? И кобура с маузером? И перчатки нет с браунингом? Это же позор, кошмар, ужас. От ярости и боль поутихла. Рот не открыть, такая боль в челюстях. И на языке камушки плюнул два зуба. О, я его, о! Казни измыслить не мог, одна ненависть. Теперь он, Есаул, кажется, уяснил, что значит полный георгиевский кавалер. «Дарья Елизаровна, если ее нет, оставьте в Лакейской у Ионыча. От прапорщика Боровикова, скажете. Отвезу, чего там, полтина?» Тимофей уплатил полтину и пошел на тот угол, где должен был поджидать его брат Филимон. В театральном орудовал атаманский эскадрон, разгоняя толпу и семинаристов. «Живо, выпрастывайтесь!» — блажили казаки. «Жандармы хоронить заявились! Грабанем моментом!»
И толпа, смертельно перепуганная, рассасывалась, как вода в песке. За каких-то 5 минут опустел театральный переулок, и гроб с Ясаулом Могилевым остался у ворот на 2 столах. Родственники спрятались в ограду. Казаки, те, что явились на похороны отца родного командира, по приказу атамана Сотникова подхватили черный гроб, затащили в ограду и там оставили. Хороните без шума на катафалке и без попа, чтоб. Как переедете в Воскресенскую шпартию по Благовещенской, а там до кладбища без оглядки. Самоубийцу Трускова атаман приказал захоронить без креста и отпевания, как и положено в христианском мире, а убиенных жену и сына, как безвинно пострадавших, отпеть в кладбищенской церкви и похоронить отдельно от их убийцы. Гробы поставили на ломовые дроги 3 в ряд и повезли под конвоем казаков к месту вечного упокоения. Манифестации всеобщего протеста против совдеповцев, приуроченной к заседанию совета, не произошло. Взвод солдат расположился в 1-м этаже Дома просвещения и у парадного подъезда. До заседания совета оставалось 1.5 часа. Тимофей все еще искал Филимона, спросил у Акулова, не видал ли мужика в длинной дубленой шубе. Что за мужик? Да брата встретил и тут же потерял. Брата? Сказал ему, чтоб ждал на углу. А куда ты уходил с Ясаулом? Промялись по Воскресенской, земляки. Да ну, ты знаешь Ясаула Потылицына? Это же любимчик атамана. Может, это ты атаману мозги поставил на место? Нет, Тимофей не ставил атаману мозги на место. Просто у него был разговор с Ясаулом из одной же деревни. Пойду поищу брата. Но не так-то просто было найти перепуганного Филимона Прокопича. Город велик, а Филия, хотя и приметный, да не из тех, чтобы ни за что ни про что отведать казачьих плетей. Как только появился казачий эскадрон, Филя, долго не раздумывая, ударился за толпой по театральному, до песчаной, поминутно оглядываясь, не гонятся ли конные казаки. «Иисусе Христе, эх, круговороть в сатанинском городе!» — пыхтел Филя. «И царя, сказывают, свергли, и казаки все едино с шашками и нагайками, и офицеры при погонах, как и при царе было». Филя, конечно, помнил, что офицер-брательник, сицилист, наказал дождаться его на углу. Но Филя не таковский, его не обманешь, и вера моя каменная. На песочной, сразу же за углом, Филимон Прокопич завернул в скобяную лавку. Скобянщик, подперев ладонями рыжую бороду, спал за прилавком. В лавке ни души. Выставлены на обозрение железные и чугунные изделия, косы, сковороды, ухваты, утюги, всевозможные замки бельгийские, сепараторы, крючья, гвозди, сухие краски в жестяных банках и, конечно, подковы с винтовыми шипами. Филя брякнул 2 подковами, хозяин очнулся. «А, первый сорт! Златоустовское литье, 3 зимы не собьешь шипы. И запасные шипы есть». Филя определил по звуку, стальные ли. Приблизительности цена какая? «На весь скат 3 рубля серебром. Дешевле в Бухаре только, потому зимы не бывает». «По что серебром? А ты как бы хотел, мужик, бумажками?» «Как и водится. Гумажные, али серебро, золото, все едино деньги. Гумажные ловчее, карманы не оттягивают». «Ишь ты, умнущий, — оживился хозяин. — Бумажки себе придержи, мужик, а мне серебро или золото. За сепаратор, к примеру, золотом. Эко. Вот тебе и эко. Если ты из тайги вылез, революцию проспал. Слышал, царю пинка дали, всем престолом загремел. А завтра и денежки царские в пыль обратятся, не иначе. А я бы тебе сепаратор отвалил на бумажки, умнущий». Филя положил подковы на прилавок. «Не можно то, чтоб деньги в пыль». Скобянщик некоторое время разглядывал мужика подозрительно, но, поняв, что до мужика еще не дошла революция, захохотал. «Деревня, матушка, тьма беспросветная, никакого фигурального соображения не имеете. Ты же в городе сейчас, а ничего не уразумел. На всех заплотах воззвания наклеены, и от комитета, и от совдепов, и от всяких разных партий. Как ты того не сообразил? Переворот в России, переворот. 300-летнее царствие, как корова языком слезнула, ищи свищи. Жди, вот-вот в банк привезут от временного новые деньги. Какие будут деньги? Пустые, как вот эти чугуны. По какой причине? А по той, что у временного золота нет. Не накопили. А в частных банках золото не провременное правительство, понимаешь?» «Экое наваждение», — вздохнул Филя. «Я вечер приехал из Минусинска. Человека с багажом привез на паре рысаков. И он мне бумажками уплатил. Что ж, задарма неделю в дороге мыкался. На паре рысаков? Ха-ха! Ты их деньгами теперь корми, бумажками, золотом опорожняться будут. Ха-ха-ха. Вот и покроешь убыток». «Так я и в банк пойду. Иди, иди. В русско-азиатский или в сибирский торговый. Присоветуйте ради Христа. Оберни на базаре в товар. Мало ли дураков на свете. Не ты первый. Господи, погоди. Да и до деревни дойдет революция». «Дойдет? А ты думал, при городе останется?» «Так сподобнее при городе. И народ грамотный, и офицеры тут, и войско. А в деревне какая корысть для революции?» «Корысть какая?» — прищурился скобянщик. «Тогда слушай.
Каюк вам всем, мужички! Как только дойдет до вас революция, считай, выметит весь хлеб вместе со хвостями, а вам солому оставит. Ничего, сожрете, утробы у вас чугунные, все переварите. Ну а потом жди, жаманет налогами так, что очумеете. Не выплатите налоги, потянет на убой коров, овец, свиней. А вас, тугодумов, загребет под пятки на позиции в шее кормить, гамузом, под гребенку. Не можно то, как по белому билету. Жди, получишь красный билет, и потопаешь, потопаешь, шагом марш, в атаку, суконка. В атаку, это тебе не царь-батюшка, который примирялся, как бы худо не было, да все думал в своей думе. Революция, она, брат, покажет. Филимона Прокопича проняло, хоть сымай шубу. Уезжал из Минусинска, про революцию ни слуху, ни духу. Гляди, как бы не забыл дорогу домой. В городе совдепы объявились. В каком понятии? Советами солдатских депутатов называются. Оружие у кого? У солдатни. Прижмут тебя, скомандуют. Снимай шубу, становись к стенке и каюк. Оно так. Солдаты или казаки, оно так. Казаки — православное войско, мужик. Я сам казачий хорунжий рыло. Казаки со вшивой солдатней не споются. Погоди еще. Филя приуныл, и на постоялом дворе хозяин наговорил страстей, голова вспухла, и тут еще в скобяной лавке. Осталось одно, поскорее из сатанинского города. Неспроста, может, Тимофей крикнул, жди, Филимон, на углу. Чего ждать? Что потащили бы к воинскому начальству, к докторам, а те сказали бы, годен лоб забрить. А у Филимона Прокопича борода еще как следует не выросла за 6 месяцев после возвращения домой. Подкову-то берешь? По времени, покуда. Так что ж ты тут лясы точил? И правильно говорят люди, дремучие вы отродье, мужики. Давай твоими гумажными 10 за 4 подковы, хоть себе в убыток, да где же наша не пропадала? Не к спеху, говорю. Вывалился Филя из лавки, охолонулся, и хотел было пойти на постоялый двор, минуя главные улицы города, как увидел идущего навстречу по тротуару Исаула Потылицына. Не признал сразу, суси Христе, экое круговращение, таращился Филимон Прокопич, поражаясь, до чего же переменился бравый казачий офицер. Только что встречались, поговорили, и Филя видел перед собой подтянутого Исаула при шашке в ремнях и при оружии в кобуре. А тут Исаул согнулся, ни шашки, ни ремней, ни кобуры. Что же произошло в этом переулке, откуда Филя вовремя убрал ноги, если даже Исаула уходили чуть жив? Исаул тоже уставился на Филю подпухшими глазами. Боровиков. И не успел Филимон Прокопич сообразить, в чем дело, как Исаул, вот он рядом и без всякого промедления и предупреждения смаху с левой руки, да по физиономии земляка так, что Филя влип спиной в ставень с кабиной лавки. «Ваше высокоблагородие, я тебя в пух, в прах!» Исаул, как коршун, подлетел к поверженному Филимону Прокопичу, вцепился левой рукой в воротник шубы и вперед-назад оставень, цыдя сквозь зубы. «За шашку, за маузер, я тебя в пыль, в прах! Ваше высокоблагородие, не был я в том побоище, вот тебе крест, не был! Истинный Христос, революция ваша, а моя линия сторона, сторона, сторона! Я тебя в пыль, в потроха!» Скобянщик выскочил из лавки, глянул, как лупцует мужичка казачий Исаул, возрадовался. «Так их, космачей, так их!» я тебя, в пух!» — пыхтел Потылицын, волоча Филимона Прокопича по тротуару и поддавая пинков то с правой, то с левой ноги. О, если бы у Исаула поднялась правая рука! «Дал бы он жизни, брательнику большевика, шашку бы, шашку! Я бы тебя на 100 частей!» Почуяв смертельную опасность, Филя рванулся изо всей силушки, накопленной за 27 лет жизни на белом свете, а силушка была немалая. Раздался сухой треск, точно от соснового полена щепу оторвали, и воротник, как птица, отлетел от навехонькой шубы, а вместе с ним взбешенный Исаул, неловко упавший на правую без того изувеченную руку, взревел, как волк, и бросился за Филей, но тот наметом прыгнул в сторону и приударил по песочной, паровозом не догнать. Только шуба шумела. «Ух, ух, ух!» — отдувался Филя, вытаращив глаза. «Спаси Христе, спаси Христе!» В таком темпе Филя пролетел 3 квартала до заплота городского сада и только тогда опасливо, оглянувшись, перевел дух. Из разбитого носа и губ текла кровь, собираясь в бороде. Эх, и напасть Иисусе, сморкался Филя, размазывая кровь по щекам. Быть бы мне нонче убиенному. Слава Пантелеймону великомученику, ушел из того проулка, где революция учинила побоище. Потылицын-то вовсе оплоумил, Господи, слава Христе, без шашки и без револьвера. Прикончил бы, как пить дать, экая житуха несподобная, а? И без города худо, и в город не заявляйся, упокоит в 2 счета. Поминутно оглядываясь, трусцой, сторонясь встречных и поперечных, Филя явился на постоялый двор и сразу же под навес крысака. Тут они сено жуют. Надо бы напоить, да овсеца дать перед дорогой, но до того ли.
заложил рысаков кошеву с проворностью пожарного и чуть не забыл куль с овсом, до того торопился. Вышел хозяин и потребовал уплаты за ночлег и сено, полюбопытствовал, ударил кто или как, лицо-то в крови. Филя махнул рукой. «Революция ваша, грачанская, будь она проклята! На митинге бывал, слава Христе, ушел, упокоили бы. А воротником пусть подавятся окаянные, эко располоснул, навехонькая, а не сдюжила, ну да воротник пришью новый». Кинул куль с овцом в кошеву и, не прощаясь, гикнул на гнеденьких, дай бог, ноги. За железнодорожным мостом, оглядываясь на дымно-пепельный город, Филя плюнул с остервенением. «Чтоб тебе, окаянному, в тартарары провалиться! Как он мне нос и губы разбил, Господи, с чего бы, а? Не иначе, как революция измочалила казачьего Исаула, а Исаул сорвал зло на мне, на беззащитном. Нет, теперь Филю и белым калачом не заманишь в город. Дома надо переждать сумятицу. И дома опасно, как бы не грабанули во второй раз, на позиции у революции ума хватит. Не лучше ли уйти в тайгу к дяде Елистраху и там отсиживаться, покуда революция не задохнется в собственной ярости? Опять-таки хозяйство, знай, поворачивайся, работника нанять себе в убыток выйдет. Миланья одна сдохнет от надсады, кабы тятенька был дома. Понятно, со старика не спросишь, не то что с мордастого Фили. Как же быть? И так крутил и эдак. А Тимофей меж тем более часа толкался на Воскресенской, обошел все магазины Гадалова, Чевелева и три кабака госпожи Тарабайкиной Маньчжурской, но нигде не сыскал брат. В театральном Тимофея поджидали Дарьюшка с Аиной. «Ждем-ждем», — потянулась Дарьюшка, и глаза ее словно шептали: «Не забывай обо мне». Аина так и прилипла к Тимофею своими синими глазами, как бы стараясь определить подлинную цену прапорщику. Тимофей не выносил липучих взглядов. «На заседание совета пришли?» — спросил. «Если дозволит высокое начальство», — сказала Аина, не без ехидства. «Мы сами высокое и низкое начальство. Дозволим». «Господин Пало здесь?» «Он с Дубровинским», — ответил Аина, добавив. «Арзура можете называть товарищем. Он сказал, что готов доверить вам свою судьбу». Тимофей взглянул на цветную афишу новой живой картины с участием знаменитой Веры Холодной. На афише Вера Холодная изображена была с кинжалом в груди. И рядом с ней разъяренный грузин в черкеске. Свою судьбу, и толстые брови Тимофея сплылись над переносием. Это он сказал просто так вообще. Никто свою судьбу никому не доверяет. Да и можно ли ее доверить, если никому не известно, что она такое, судьба? «Интересно», — усмехнулась Аина. «Ну а как же? Сколько раз, когда я поднимал солдат в атаку, и мы шли под пули на штыки, разве я знал, что не буду убит? Никто этого не знает. Одна секунда, осколок шрапнели, шальная пуля, и песня кончена, венец судьбы. В октябре 14-го меня могли расстрелять военно-полевым судом, а нашелся полковник Толстов, который прервал заседание суда, а через день я был уже в маршевой роте 31-го сибирского стрелкового полка. Что, разве я так хотел распорядиться своей судьбой? И разве я завел 11-ю стрелковую дивизию в кошель к немцам? И даже когда пришлось уничтожить предателя, командира батальона, и взять командование на себя, я совсем не думал так сделать. Просто получилось так и все. Судьба, что ли? Другое дело, общее движение, борьба за справедливость. В такие моменты люди объединяются, но и тогда у каждого своя судьба». Глаза Дарьюшки сияли, она полностью согласна. Поглядел на часы. «Пойдемте, скоро начнется заседание». Зависть третья. Тишина. Предвесеннее, задумчивое. В тишине зреют проникновенные мысли. Совершаются открытия миров и созвездий. И человек как бы охватывает умом Вселенную, отыскивая собственное место в ней. Тимофей искал свое место в революции, а рядом с ним шла Дарьюшка, притихшая, как птица, в теплом гнезде, бледная, как половинка луны. И Тимофей чувствовал, как она кротко и робко тянулась к нему каждым своим лучиком, каждую кровинкой, и словно не верила, что он рядом с нею и нагревает ее руку в своей ладони. Они еще не привыкли друг к другу, точно кто-то упорно мешал. Революция может, гонящая Тимофея днем и ночью в гарнизон к солдатам. И он что-то там делал, будничное, обыкновенное, но очень важное, как считала Дарьюшка. Если за четверо суток после первой встречи и той ночи без ночи только раз побывал в доме Юсковых, и то на часок. Сейчас в гарнизоне, как в кипящем котле, обмолвился он тогда, отказавшись от приглашения к ужину. Сейчас он опять уйдет в гарнизон, поведет взвод солдат, опять у них там будет там какое-то заседание, совет полка, что ли, а утром одну из частей отправят эшелоном на фронт на далекий запад.
Она что-то хотела сказать или спросить, но забыла. Он ее взял под руку, и они пошли по тротуару к дому Юсковых. Ранняя стынь с востока насунулась тучами, а с запада ласкала темная голубень. И так же, как отлетающая голубень, что-то колыхалось в сердце Дарьюшки, нарастая, захватывая, и Дарьюшка не хотела, чтобы Тимофей сейчас ушел в гарнизон. Нельзя же так. Когда же им сойтись ближе, чтобы понять друг друга, и боялась самой себе сказать непривычно грубое твердое слово, обязывающее и как будто старящее не сейчас, потом. Но он не должен уйти, не должен. Арзур все время вместе с Аиной. Та ночь... «Без ночи и ни одной ночи», — промолвила Дарьюшка и испугалась собственного голоса. Он стал насыщенным, густым, гортанным. Тимофей подумал, о чем она. Надо бы ей встряхнуться после пережитого. Втянуть бы ее в дело революции. Завтра поговорю с Дубровицем. Если бы он понял ее, почувствовал тоску ее сердца, взял бы ее за руки, как тогда, давно в пойме Малтата, заглянул бы в глубину ее черных глаз, и она вдруг поверила бы, что это именно он, тот самый Тимофей, которого безжалостно замыло Тина времени, тогда кто знает, как сложилась бы их жизнь. Он совсем чужой, меркла Дарьюшка, как свеча на рассвете. Я ждала, верила, а сейчас мне холодно, и как будто я иду одна, всегда одна в пустыне. Она давно свыклась с одиночеством, постоянно листая в памяти впечатления, дни, события, как круглые четки, и никому не поверяла ни своих дум, ни сердечной тайны. И в этом ее отчуждении повинны были люди, когда ее доверчивую, необычайную в своей откровенности сочли сумасшедшей, не догадываясь, что она просто была в состоянии крайнего накала всех душевных сил. Она искала участия, ответа на свои вопросы, а нашла убийственный приговор – сумасшедшая. Она подумала, был ли он, Тимофей, таким, каким она воображала в своем ожесточенном поиске живой души. Нет, он совсем чужой. Но он был и шел рядом, сапоги его звонко стучали под ковром. Тот был юный, первозданный, как вешний лист. А этот, не то что обстрелянный, а насквозь пропитанный окопной жизнью, ходивший по израненной земле в обнимку со смертью, и совсем не тот, каким был в Белой Елане. Где-то там, в минувшем, была Дарьюшка, белая птица. Это он хорошо помнил, но не мог бы с уверенностью ответить, какая она была, белая птица. Тогда они поклялись быть мужем и женой, а потом кинула их в разные стороны, как две щепки. Крутила-мотала во времени и вдруг опять прибила на одну и ту же отмель, и они не узнали друг друга, не признались в родстве. «Ты же выздоровела, Дарьюшка», — сказал он, — «ту ночь без ночи, и это было самое страшное для нее, и он, как все, и никогда не поймет меня». И надо же было. На тротуаре столкнулись с доктором Столбовым. «Честь имею», — поклонился не Дарьюшке, а Тимофею. «Рад видеть вас вместе, весьма рад. Только не запамятуйте мое наставление, господин офицер, Боровиков. Память-то память. Ну как, ваше самочувствие, моя беспокойная пациентка?» Подлец, паук, насекомое, кипела она, зло глядя на пухлые докторские щеки. «Надеюсь, теперь вас не беспокоят страшные вопросы и пять мер жизни. И самой вспомнить смешно, не так ли? Есть одна путевая мера — сама жизнь. От чрева до ямы, единственная для каждого». И в этой мере не удержалась Дарьюшка, пауки и тараканы, голуби и волки в одной банке. И все счастливы? Те-те-те-те-те, опять за старое. Следите за ней, господин прапорщик, пусть меньше думает, а больше вот так под ручку, да по бульварчику, ба. Забыл сказать вам, господин прапорщик, в том, что я скрыл от вас место пребывания больной, когда вы прошлой осенью были у меня, повинно не только жандармское управление. Господин Юсков человек весьма крутого нрава, особенно предупреждал, чтобы не допускать к больной трех господ. Вас, капитана Гриву и инженера Гриву, весьма настойчивого молодого человека. Инженера Гриву? «Именно, господин прапорщик. И должен сказать, оба упомянутые капитан и племянник Онова в те же дни, как Дарью Елизаровну поместили ко мне, настойчиво домогались взять ее тайно». Дарьюшка так и вытянулась в струнку. Капитан Грива, он хотел вырвать ее из лап мучителей, и не один, а с Гавриилом. «Честь имею», — Столбов приподнял шляпу. «Значит, Тимофей ходил советоваться к доктору. Он будет следить за нею, он ее тоже считает сумасшедшей. Все разом, одни разом. Решилась Дарьюшка. Я теперь знаю, что делать. Найду капитана, и он поможет. Но где Гавря? Или он в тайге? Уйду в тайгу. Завтра, — бурлила Дарьюшка, пряча руки в муфту. Тимофей спросил. Я ничего не слышал про капитана Гриву и про инженера Гриву. Ты их знаешь? Не знаю. Не помню. Что ты, Дарьюшка? Ничего. Устала на вашем совете, голова болит. Ты извини, я не сказал тебе. Не надо, не хочу. Выслушай. Завтра в другой раз. И вдруг захохотал. Тимофей в испуге остановился. «Что с тобой?» «Он сейчас подумал, что у меня началось», и ответила. «Вспомнила Аину. Мы жались с ней там наверху, когда Дубровинский, Белопольский, а потом Арзур пала.
говорили речи, а Аина все вертелась и злилась, что ее не пригласили за красный стол, где сидел Арзу. Терпеть, говорит, не могу. От этой революции портянками пах. А, портянками. Самый крепкий запах революции. Когда ее начинали временные в Петрограде, она, конечно, французскими духами пахла. Скоро духи выветрятся. А что потом? Начнется революция пролетарская, от которой буржуазии и временному не поздоровится. Сколько же будет революций? Еще одна. Сейчас буржуазная, а потом пролетарская. А главной не будет. Какой еще? Революции в душе человека. Стрелять и убивать всякий сумеет. А вот с душой как? Кто ее просветлит? Или так и будут люди жить в цепях да в ненависти? И терпеть жестокость будут, как скоты? Вот и будет революция пролетарская. И для души, и для живота. Как понять пролетарство? Пролетка, пролет, пролетит. От этих слов? Тимофей пояснил, что пролетарское все равно, что рабочее, всенародное. Нагоняла маршевая рота. Солдаты гаркнули песню про канареечку, которая жалобно поет. И Дарьюшке тоже захотелось жалобно запеть, как той канареечке, но не при Тимофее же Прокопиче, который недавно сидел за большим красным столом и писал протокол заседания Красноярского исполкома Совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. «Канареечку еще при Суворове пели», — сказала Дарьюшка. Тимофей ничего не ответил. В ее тоне было нечто оскорбительное. Боже, как повторяется мир. Как будто все вечно, и ошибки, и трагедии, и даже революция. Но когда же свершится революция в душе человека? Настанет такое время, — глухо отозвался Тимофей. «Хочу верить, хочу», — завидев дом Юсковых, спросила. «Тебе ведь с солдатами?» «Догоню. Завтра, если ничего не случится, приду на весь день». «Завтра я уйду к капитану Гриве на весь день», — подумала Дарьюшка. Темный, отчужденно-холодный дом Юсковых. Ни в одном окне нет огня. Тимофей хотел было обнять Дарьюшку, но она вывернулась. «Ты сердишься? Я же психически больна. Чего еще вам, Тимофей Прокопьевич? Вот сейчас вспорхну к небу, а вам жить на земле». На небо, и не попрощавшись, скрылась за калиткой. Обидно и больно. Она упорхнет куда только. Он ничего не знает, Тимофей, той давнишней Дарьюшки, нет. Замерла солдатская песня. Дарьюшке опостылил дом Юсковых, она вернулась на улицу. Вдруг повалил густой мартовский снег, подул ветер с Енисея. Завихряясь, снег танцевал у ног Дарьюшки, и она, запрокинув голову в меховой шапочке, подставляла разгоряченное лицо под холодные хлопья. «Буран-буран!» — радовалась Дарьюшка. «Буря бы грянула, что ли? Чаша с краями полна!» Вспомнились некрасовские строки и сама ответила. «Она грянула, буря, грянула по всей России!» Дует, кидается снегом, метет по улицам, а я все чего-то жду, как будто сама хочу лететь за бурей. Сейчас бы пойти по темным улицам, идти всю ночь напролет, туда, к Черной Сопке, или на правобережье, до станции Злобина. Фу, какая станция Злобина. Нет, лучше по Енисею, торосами, или упасть на лед, чтобы остудить кровь и глядеть на серую овчину неба. «Хочу!» — беспрестанно твердила Дарьюшка, и тающие снежинки приятно холодили ее жадные, давно не целованные губы. «Хочу, чтобы все поднялись и шли навстречу буре, и чтобы люди навсегда забыли про жестокость скотов с оружием. Пусть бы смеялись счастливые, и пусть слово в России станет вольным, как во Франции, либерте, галите, фортерните». Очнулась от чьих-то скрипучих шагов. К воротам шел человек в пальто нараспашку, шапка с длинными ушами. Их заносило ветром, как тюленьи ласты. Дарьюшка отступила к калитке. «А, черт!» — припозднился, послышался голос. «Спят в этом идиотском доме!» И бесцеремонно подошел к Дарьюшке. «Расщипай меня на лучину, Дарьюшка!» И придвинул лицо к лицу. «Она, побей меня громом, моя Дульсинея Енисейская!» Дарьюшка оробела, она узнала Гаврю. «Побей меня, Бог, Дарьюшка!» «Дядя сказал, что никак не мог с тобой свидеться. Хозяйка этого идиотского дома, Евгения Сергеевна, весьма скверное создание природы и Господа Бога. Мой капитан расплевался с ней, уходит с России». «Я ничего не знала», — еле вымолвила Дарьюшка. «Понятно, они же идиоты, держат тебя в таких шорах, что и у себя под копытами ничего не увидишь. Если бы мне осенью удалось вытащить тебя из больницы, я был бы счастлив, расщипай меня на лучину. Тебя же держали там, как смертницу». У Дарьюшки сердце, как уголек горящий. Она готова была расплакаться. «Мне так тяжело, боже мой, скоты! Не стоят они того, чтобы помнить о них. Я вот тоже встретился утром с одной скотиной. Ты его знаешь, Потылица. Потылицын, он самый стервятник. Как он меня разделал тогда в Белой Елане. И он тоже считает себя революционером. На рукаве красная повязка. Народ будет жестоко обманут, если революция оставит таких. Это верно».
Да поймет ли он народ, если его запросто околпачивают? Поймет. О, или после 300-летнего царствования жестокости, новая жестокость не в тягость, а в привычку. Нет-нет, жестокость терпеть нельзя. Грива притянул Дарюшку к себе, заглянул в ее черные сияющие глаза. Милая. Ее так и опалило. Давно кто-то называл ее так. От ласки до ласки эры проходят. От улыбки до улыбки века. А сердце постоянно ждет ласки, глаза ищут сердечные улыбки. И еще нечто божественное и сокровенное, как первый крик новорожденного. Скудна жизнь на улыбке и на ласку. Была пойма Молтата, трещали кузнечики, солнце катилось вниз, полыхали рыжие метлы у горизонта. Но это было так давно, кажется, еще до египетских пирамид, милая Дарьюшка. Она увидела немигающие светлые глаза, опушенные черными ресницами. Дарьюшка прижалась к нему, забыв обо всем на свете. Запрокинув голову, успела подумать, какие у него ясные большие глаза, купайся, не утонешь. И утонула в его глазах. Жадные губы захватили ее рот. Гавря, гавря, слезы катились по ее щекам. Милая, милая, я так боялся встречи с тобой, столько передумал, пока плыл из Англии. Из Англии, о боже. Я же хотел увезти тебя туда, мы бы это сумели обделать с капитаном, если бы нам удалось вырвать тебя из того проклятого дома. Господи, неужели правда? Святая правда, Дарьюшка. Дядя сказал, что у тебя есть жених прапорщик Боровиков. Это правда? Нет, нет, запальчиво отреклась она. Все совсем не так, Гавря. Ты же помнишь, я тогда говорила про Боровикова. Он самый, тогда в Белой Елане, он был совсем другой. Тогда я сказала, что жена его. И я была бы, если бы потом, Дарьюшка. Всегда-всегда, Дарьюшка. А ты давно приехал? В 11. Дядя говорит, что в доме Юсковых мой брат Арсентий. Арсентий? Он теперь не русский, а мексиканец. Арзур Пауло. Я его с 903-го не видел. Мексиканец? Боже, совсем забыла. Он же Арсентий Иванович Грива. И вы все Гривы. И капитан, и твой отец-доктор, и ты, и Арсентий. Ты еще не встречался с ним? Это будет чудесно. Гаври стиснул ее плечи. Это счастье, что мы с тобой встретились. О, Боже, щеки у меня горят. Никогда со мной такого не было. Я ведь теперь всегда одна-одна, как лисица в клетке. А я хочу простора, свободы и жить-жить. Ты слышишь, свободы и простора. У нас революция, Дарьюшка. Мы русские, и у нас революция. А там дальше не знаю, что еще будет. Как говорит мой дядя-капитан, революция еще не все паруса подняла, она еще ставит паруса. И кто знает, какой ветер надует их. Такие перемены расщипай меня на лучину, и везде кипение котла...